В ночь на 29 июля в Калязинском районе Тверской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и скутера. От полученных травм двое юношей-подростков, которые ехали на скутере, погибли на месте. 14-летняя девочка, также находившаяся на скутере, скончалась в машине скорой по пути в больницу. Установлено, что со скутером столкнулся выехавший навстречу автомобиль «Опель», за рулем которого находился мужчина 90-го года рождения. Установлено, что автомобилем, свободное от работы время, управлял сотрудник УВД на московском метрополитене. Проведено его медицинское освидетельствование на состояние опьянения в Калязинской центральной районной больнице. По результатам исследования вдохнутого воздуха на наличие алкоголя, содержание этилового спирта не установлено. Окончательный результат медицинского освидетельствования будет известен после проведения химико-токсикологического исследования биологического объекта. Прокуратура Тверской области уголовное дело изъято из производства органов внутренних дел и передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности и СУСК России по Тверской области. В настоящее время следователям первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления проводится дополнительный осмотр места происшествия. В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы. По делу проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. В ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех участников дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, в ходе расследования планируется дать оценку исполнения родителями погибших несовершеннолетних и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.